Очередной этап фестиваля «Современный формат» состоялся в городском Доме культуры на минувшей неделе. Это был зональный тур танцевального конкурса. Кто стал победителем фестиваля, смотрите в следующем материале выпуска. Танцевальная группа «Last Chance» существует уже 3 года. В фестивале «Современный формат» ребята участвуют уже не в первый раз. Не всегда побеждают, но, как признаются танцоры, победа не главная. На зональном этапе они одни из тех, кто представлял Славянский район, так как участники этой команды победили в муниципальном туре. Ну, мы сделали все, чтобы не победить. Почему? Ну, мы не настроены как бы так на победу, так чисто поучаствовать. Не главное победа, главное участие. Посмотреть на людей, как бы там себя показать. Дарья Кулешова – одна из участниц группы «Last Chance». Очень волновалась перед выступлением, ведь накануне фестиваля она немного повредила ногу. Ну так, у меня по причинам я не смогла ездить долго на тренировки. Да, получается, каждый не получается приезжать, еще и ногу потянула. Ну, прорвемся. В этот день на сцене городского Дома культуры выступили участники команд из 8 районов края. Среди них как сольные танцоры, так и группы. Все они старались показать хореографическое мастерство и желание победить в данном этапе. После выступлений были подведены итоги. Победителями стали в номинации «Соло» участник из Северского района, в номинации «Команда» школа хип-хопа «Аризона» из города Анапа. Обладатели первых мест получили право участвовать в финальном туре фестиваля, который состоится в городе Краснодаре. Тина Копачевская, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».